Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, давай-ка мы здесь заберем с тобой награды. Открыли наборы. Так, теперь-то у нас как раз есть с тобой еда, которую мы активировали в прошлой серии. Так, надо, наверное, запустить очередное, да, как говорится, накопление пищи и собрать монеты. Так, это что у нас такое? Что это? С текстурами что-то не то. Фига, ты посмотри. Зашибись, да? Растянулись и текстурки. Непонятно почему. Так, подожди, где-то у нас еще должен быть. Вот. Так, ребята, я специально их расставил, чтобы нам попроще было собирать деньги, а то они разбросаны у нас были везде. Ты посмотри, и здесь растянуто. Офигеть. Ха. Так, сейчас мы соберем деньги и начнем потихоньку уже осмотреть, что у нас там за события сегодня доступны. Просто деньги, если не соберешь, ребята, они будут киснуть. То есть они дальше копиться не будут. Они доходят до определенного количества и все, и зависают. Так, ну что, забрали. Давай смотреть. Так, это сделали. Это сделали. Использовать три ускорения. Это сделаем. Так, мод. Один мод у нас уже собран. Нужно будет еще один. Ну, это, в принципе, все сделается очень быстро. Так, здесь мы глянем, что у нас. Ага. Так. Мегистотерий, которого мы с тобой в прошлой серии заказывали. Один из них готов. В принципе, там и второй готов. А вот этот еще не готов. Он через 23 часа только будет сделан, да? Так, помещаем. Но зато у нас освободились там места. Так, а здесь? Диплодок. Отлично. Прекрасно, друзья мои. Диплодок у нас готов. Прокачиваем до 30 уровня. Блин, эволюцию не могу включить, потому что не хватает денег. А так бы, конечно, бы я его активировал. Ну-ка. Блин, да не то мне надо. А вот здесь вот. Этот-то созреет у нас. Отлично. Тропиогоптер, да, да, друзья мои. Созрел. Так, давай-ка мы его прокачаем. 20 уровень. Так, на рынок. Блин, нифига себе, стоит он 7130 ДНК. У нас вообще с тобой очень мало ДНК, всего лишь 3000. Так, разместить. Давай-ка я, наверное, вот эту штуку поставлю здесь. Пускай стоит. Так, эти еще 3 часа 47 минут будут делаться. Окей. Здесь у нас забрать. Забрать. И смотрим, какие здесь у нас есть события сегодня. Смотрим, ребят. Так, защити свою территорию без ограничений. Плюс любое животное гибриды. Вау. И сразитесь. Да, дрожь земли у нас доступна. Отлично. Так, ну что, попробуем здесь, наверное, поиграть. Что-то я уже перехотел. Я уже, ребят, сразу перехотел. Как увидел, что там все. Ой, подожди. Да вы издеваетесь. Индоминус Рекс. Угу. Я, наверное, лучше пойду, ребят, на арену поиграю. Да? Скорее всего, нам лучше на аренке сегодня потусить. Ну, это вообще жесть, ребята. Что против меня выставляют? Они совсем ополоумели. Так, кстати, мы с тобой хотели же диплодока вроде бы запустить. Где он? Блин, теперь его ищи, а. Почему здесь нельзя вот так вот нажать там на поиск, например? Выбрать из списка, например, диплодок, и чтобы тебе показали, где он сидит. А так его приходится самому искать. Ну вот где вот он? Это все не то. Диплодок не такой же маленький динозавр, чтобы его пропустить мимо. Так, а почему у нас тут?
Монетки не собраны, скажите мне на милость. Вот он, диплодок. Так, ну что, начать эволюцию. Пускай идет прокачиваться. Тут опять у нас тревога. Оуэн справится со всем, да? Ну что, друзья, пошли. Лига детенышей. Будем здесь пока развлекаться. Я Маналс. Я хотел на события сегодня сходить, но что-то я передумал. Ты видел, да, каких там чудиков против меня выставляет? Даже не стоит суваться. Так, сейчас мы сделаем с тобой проще. Я возьму Лаборинха. Плюс возьмем с тобой Ютараптора и Гальнима. Поехали. Так как это первый поединок, я думаю, что здесь противники будут такие же легкие, как я взял своих динозавров. Ну, ты знаешь прекрасно, что все может поменяться. Ай-яй-яй-яй-яй, против Тянги Колоборинг совсем не рулит. Это же, ребят, Летун против... Да, это совсем не то. Естественно, меняем сразу же. А он сейчас поменяет на Стегоцефала, верно? Скорее всего. Он сейчас возьмет Стегоцефала. Нет. Вот это, я считаю, он глупо сделал. Хотя... Все. Он сейчас будет нервничать. Он сейчас будет нервничать. Будет менять. Нет, не стал. Так, друзья мои, я прописываю ему. Вот так. Пока. А вот что Стегоцефал, сколько у него атак? Тридцатка. Ой-ой-ой-ой-ой, тридцатка. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Сейчас он мне уничтожит моего Ютараптора. Но зато Колоборинг, по идее, должен ушатать уже Стегоцефала. Ему же придется сколько? Две. Две потратить атаки. Что он, в принципе, и делает. Ну, а мы с тобой сейчас будем атаковать. Единственная проблема, что у него Ютараптор тоже есть. Так, 24, это нам получается. Одна у него в запасе есть. Раз, два. Короче, сделаем 3 и защиту. Так, ушатаем. Замечательно. Ну что, выходит Ютараптор. Неужели все будет сливать? Все сольет, ребята, я не смогу завалить его. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, к сожалению, Гальмим, у нас, наверное, ничего с тобой не получится. Да. Оу, как так-то? Фига себе. Ребята, нам повезло, мы исправились. Я даже сам не ожидал. Вот серьезно тебе говорю, я думал, ну там 14 плюс 14, 28 и плюс еще 14. Это получается 42. А мы ему прописали по полной программе. Классно. Так, ну что, мы с тобой... Да, мы сразу переходим на выживший, 36-я позиция. Я считаю, что это круто. Я считаю, что это круто. Это как в черепашках у нас типа буста идет. Так, что нам выпадет здесь? Да ладно, в коем-то веке дядюшке Рэю выпало $50. Так, ну мы с тобой продолжаем, естественно. Мы пришли на новую лигу. Враг немножко станет здесь сильнее. Не настолько сильным, как вот что надо брать топовых. Ну, приличным уже будет. Поэтому возьмем, наверное, Тирана Титана. Возьмем... кого взять-то тут еще? Насута Цератопса возьму на всякий случай. И, наверное, Джунга Риптера. Блин, Джунгариптор, не слабенький ли он будет-то мне здесь, а? Джунгариптор. Да не, нормально будет. Тут Тирана Титан один только чего стоит, 10 уровня. А что он стоит? Сейчас посмотрим. Во-первых, все зависит от того, кого нам дадут. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильный противник.
У него тут деплотатор даже есть. Можно вопрос, как я буду его бомбить? Ребят, как я буду его бомбить? Я немножко просчитался, походу, с подсчетами. Что, он сейчас ушатает двух атак моего носу-тацератопса. Зря просто потратил. Че это вообще как-то... Так у него 33 уровня, ребят, что вы хотите? Я ему ничего не сделаю. Значит, не настолько, ребята, слабые противники здесь, понимаешь, о чем речь? Придется поднапрячься. Обидно, прям нет слов. Ну, Джунгариптор здесь, соответственно, тоже ничего сделать не сможет. Ладно, проиграл так проиграл. Что я сделаю, ребят? Просто помнишь в той серии, в прошлой, да, мы с тобой тоже как-то, не в прошлой, а в позапрошлой, тоже мы пошли на рынок, что у меня в голове? Пошли на арену, и я брал офигенных к себе в команду динозавров, а по факту воевал с такими вообще, с простейшими. Я думал, что здесь такой же вариант, ага, но как видишь, не тут-то было. Ладно, раз они так выпендриваются, тогда и мы будем выпендриваться, ребят. А мы будем выпендриваться еще жестче, чем они. Возьму Гуанлун. Возьму Трицератопса. И возьму Лимносцелиса. Ну, теперь давай посмотрим. Ну, чего там? Твою налево. Легендарки, ребята. У него легендарки, он припух, что ли, совсем в корень, я не понимаю. Тираннозавр мод 2, зашибись. Трэш, да у него... Все, Лимносцелис, прощай. Ну, короче, я понял, что здесь нужно делать. Жалко, что слишком поздно я понял. Блин. Мне здесь ничего не поможет, ребят. К сожалению. Вторая катка коту под хвост идет. Коту под хвост. Даже этот 40 уровня, он ничего ему не сделает. Вообще ничего. Просто детский лепет. Да. Ну что, теперь посмотрим мою теорию. Я сейчас хочу кое-что, ребята, здесь замутить. И посмотрим, прокатит это или нет. Раз они, гаденыши, берут легендарных динозавров. Я возьму тоже легендарных динозавров, но не всех. Я вот так вот обойдусь. Я возьму одного такого. Ну и с ним, например, возьму так. И вот так. Ну, давай-ка мы посмотрим теперь, что он там будет делать. Ну, что ты там думаешь? Да он что, издевается, что ли? Я не могу понять. Он взял всех травоядников. На моего легендарного летуна он взял всех травоядников. Блин, трэш. Давай менять тогда, я не знаю, что еще тут делать. С двух атак выносит его, да, получается сейчас? Игуанодон выносит, естественно. Так, встаем в защиту. Как сговорились-то, посмотри, а? Так, будем сейчас обманочкой действовать. Ну что ты там трепыхаешься? Отлично.
Так, у него 609 хп, да? Я думаю, вот этого будет достаточно. А в минус. Так, следующий у нас идет Аморгозавр. По 200 на 4. Блин, он сейчас, конечно, влупит-то хорошо. Сколько он будет сливать? Вот что меня интересует. Все 4 атаки. Все 4, друзья мои, атаки. Так, я переключаюсь сюда. И делаю вот так. Смотрим. Понятно. Повелся. Он все слил, да? Все слил полностью. Сколько ему нужно нанести? Раз, два, три. Остальное ставим все в защиту, ребят. Ну что? Смотрим. Сколько он потратит? Лишь бы все потратил, тогда будет хорошо. Ему крышка. Ребята, ему крышечка. Все, он раскрылся. Он повелся. Угу. Офигеть. Я взял летуна, а они как назло взяли всех травоядников. Зашибись. Но самое главное, что все-таки мы победили. Фу. Сложно, два фейла было. И только сейчас была победная у нас битва. Так, куда мы перелетаем с тобой? На охотнике. 65-я позиция. Окей. Видимо, лига только началась, поэтому, ребята, нам достаются с тобой довольно сильные противники. Блин, ну почему? Почему там же был рядом пак? Иритатор выпадает нам. Так, ну что, поехали дальше. Поехали дальше. Что же нам сделать? Я возьму, наверное, Метрия Кантозавра. Возьму Нундазуха сюда. И Птеранодона. Давай глянем, что у нас из этого получится. Хорошо было бы, если бы первый был у нас травоядный. Трэш. Нет, ребята, не травоядный, не шиша. А тот, чего мне вообще не надо. Оу, фак. Меняем. Так, интересно, он будет менять? Или не будет? Поменял, да, все-таки? Димитродон. И атакует еще при этом. Давай-ка я вот так сделаю. Что он сейчас возьмет? Я не знаю, что. Птеранодона возьмет вот этого, скорее всего. А мне его даже и бомбить-то неким. Птеранодон мод 2. Сейчас посмотрим, сколько у нас по атаке получается. Так, 4 у него, 700. В принципе, можем его ушатать. Раз. Два. И бонус. Иди отсюда. Окей. Ну что, две атаки ему придется потратить. Две атаки. А он тратит все. О, лопух. Все, ребята, это очень даже хорошо. Все, вырубаем его. Че нам? Хотя мы... Мы даже сделаем немножко по-другому. Раз, два. Сколько у него? 603. И бонус. На тебе.
Ну что, гриппозух? Я так понимаю, ты в курсе, что тебе крышка, да? А вдруг не крышка, ребят? Завалил, понятное дело. Ну что, все сливаем с тобой в атаку и, в принципе, ему хана. Сколько там у тебя? О, нисколечко. На. Победили. Это дорогого стоит, согласись. Враг был по-любому сильнее, чем мы. Но мы хитрость его все-таки взяли. Мы с тобой в хищники уже перебрались. Ну это вообще шикарно, как по мне. В хищниках уже оказались. Так, и выпадает нам с тобой... Эть, загадка. Угу. Так, ну что, продолжаем нашу эпопею. Возьму, наверное, деплотатора. Таника Лагриуса. И Эрлика... Нет. Эйниозавра. Попробуем вот такой командочкой поиграть. Так, кто там против нас сейчас будет выступать? Мне даже интересно. Ох, шикарно. Шикарно, я тебе скажу. Так, первому мы сейчас нанесем... Ох, да мы его вырубим, прикинь. С плюшки. Просто выносим его. Окей. Так, он, наверное, будет меняться. Вот на этого. А мы с тобой поменяемся вот на этого. Да, скорее всего, так и будем делать. Что, меняемся, да? Посмотрим, что он тут будет думать. Так, если он даже будет обмениваться, он теряет одну очку действий. И в любом случае он нас не пробьет. А вот мы ему... Ух, мы ему с тобой всыпем сейчас... Будь здоров. Вот смотри. Ну-ка, сколько он защиты взял? Одну. Ну все, тебе крышка. Ну и, соответственно, этому тоже крышка. Даже сейчас он, если тут наберет себе целую кучу очков, это ему не поможет. Мы его распетрушим. Да тебе крышка в любом случае. Чего бы ты тут ни делал. Пока. Пахицератопс. Ну вот. Сейчас посмотрим, какое мы с тобой займем местечко. Да, в принципе, неплохое должно быть, да? У нас типа буста сегодня идет. Так, 87-е было. 61-е мы получили. Так, крутим. Ммм, 75 ДНК. Ну ладно, что ж поделаешь. Фух. Птеродактиль берем. Аламлезавра. И Эрликозавра. Ну что же, смотрим, кто тут и что тут. О, акроконтозавр. Нифига себе, акроконтозавр какой-то. Блин. Блин-блин-блинский, ребята. Защиту надо ставить. Надо ставить защиту. Смотри, смотри, что творит, а? Видишь? Так, 500 и 500, это 100... Тысяча... Я рискну, но мне кажется, вряд ли это прокатит. Прокатит. Так. Деплотатор. Он будет меняться. Он, друзья, будет меняться сейчас на хищника. Блин, у меня нету
рептилий, к сожалению. Ох, ё. Но не пробьет, не пробьет, ребята. Нанесет много урона, но не пробьет. Так, а вот мы, ему устроим взбучку. Так, теперь основная задача — это победить Диплотатора. Одну атаку в любом случае он потратит сейчас. А вот Эрликозавр, когда встретится с ним, вот это будет весело. Угу. Сколько Эрликозавра наносит? 181 атаку. Маловато, конечно. Раз, два, три. Четыре. Я все, ребята, сливаю. Все в бонусы. Все в дополнительные очки действий. Смотрим. 4 очка у него, он сливает все 4, все, ему крышка, ребят. Ему крышка, почему? Ну, смотри внимательно. Выходит Эрликозавр, 8 очков, и все на слив. Ну что, парень, допрыгался? Вот так вот. Как Фредди Крюгер прям, да, своими этими когтями. Ушатали мы его. Красавчик. Просто красавчик. Так, сейчас мы с тобой какое-то местечко займем. Посмотрим. 19-е. Слушай, я, по-моему, выше Лиги Хищников не подымался. Эх, $100. Так были близки. Но мне и ставить-то некого больше. Ну ладно, возьмем Эдио Морфодона, Тропиагоптера и Ютирануса. Я не знаю, что из этого у нас получится. Лишь бы не травоядники. Блин, сколько? 2120 здоровья. Ты, блин, серьезно? Ну, ребят, я умываю руки. Так, надо поставить Ютирануса, скорее всего. Здесь от него толку никакого не будет. Смотри, что творит. Сколько там у тебя? Ты посмотри, какая, блин, махина. Где он такой? Нашел-то еще, скажи-ка мне на милость, а? Бонус берем. Я в шоке. Бронемата. Что за... Ну все, ребят, кранты, я его не смогу сейчас одолеть. Да. Ну что это такое? Ё-моё. Не, ребят, тут что-то вообще трэш какой-то, если честно. Как я сказал, я выше не поднимался, лиги, да я и не поднимусь. 2000 с лишним здоровья, да куда там, ё-моё. Это вообще жесть. И этот тоже, Эдди Морфодон здесь тоже мне не поможет, к сожалению. Нет, 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 нет. Бронемата этот. Страшный какой-то. Он мне напоминает чем-то скалозавр... Ой, анкилозавра, да? Но только вот смотри какой. И бронемата это, я так понимаю, это гибрид. Интересно, а гибрид кого? Каких динозавров? Так, ладно, мы можем еще, например, подраться. Да куда ты? У меня есть хоть что-нибудь, хоть кто-нибудь. Ну, это, ну, конечно, несерьезно, ребят. Это, конечно, несерьезно. Ну ладно, будем до последнего с тобой.
до последнего динозавра драться. Тираннозавр, ну здесь уже, ребята. У-у-у, все, тут понятно. Ты видел, что там выпадает? Циразинозавр, да куда, ребят, куда? У меня просто нет слов. Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, ребят. Ну, он сейчас... 2000 к атаке. Вы издеваетесь, что ли? Он просто вынесет. 5000 с удара. Сфенокодон просто, ребята, отдыхает. Нервно с сторонки курит. Я не знаю, там. Ты посмотри. Это для него просто щекотки. Откуда, скажи мне на милость, такие динозавры? Циразинозавр. Это ж трэш. Это просто трэш. Тут ни один, ребята, не выживет из моих динозавров. Вот такие вот у нас потом стоят на верхушке лиг. Ну ничего, ничего, ребят. Пройдет годик, другой, второй, третий, четвертый, пятый. У меня, возможно, такие же появятся. И вот тогда-то мы посмотрим. И вот тогда-то я все припомню. Когда-то все время в черепашках ниндзя я тоже звездилей получал, только шорох. Теперь все по-другому. Так что здесь, я просто единственное, что хотел, конечно, перейти. Я говорил, что даже в высшей лиге хищников никуда не поднимался. Хотел перейти, думал посмотреть, но, видишь, не дают. Не дают. Так, что у нас там по заданиям-то? ПВПшка выполнена, ускорение. Так, использовать. Давай моды, наверное, возьмем. И в кайнозойскую эру сыграем. Так, моды. За еду мы с тобой сейчас смотрим. Моды. Потому что ты видишь, ДНК очень нужно много, а у нас их очень мало. Так, повышает показатель атаки на 40%, снижает УЗ на 25. Ну, так себе. Мод. Ну, теперь в кайнозойскую эру. Вперед, как говорится, из песней. Че, не... А, ПВП, конечно же. Нужно ПВП выбрать. Раз, два, три. Давай смотреть. Вот жалко, что на арене идут чисто динозавры. Можно было бы тоже, чтобы на арене выпадали... Что это за дипротодон? Это что за монстр такой страшный? Так, ну с этим, я думаю, мы разберемся, да? Не сразу, конечно, но... Разберемся. А, это тот самый бобр. Точно, это бобр. Нифига. Фига тут. Чудик такой выполз. Так он что, хочет потягаться силами, что ли? Ничего я не могу понять. Ну давай, иди сюда. Все равно, ребята, он у него мощнее. А почему? Потому что он 33 уровня. Ах, как же мне это не нравится. Ну, придется так сделать. Если он сейчас все три атаки впишет, мне крышка. Тогда живем. Тогда живем. Давай я возьму, наверное, амфициона. Вот так вот я сделаю. Сейчас он будет менять. Испугался поменять. Ну давай. Так, ну что, этого мы с тобой ушатываем сейчас. Наверное, ушатываем же, да?
Так, сколько ему нужно нанести, чтобы 1800 там отнять? Вот так вот, да, получается? Допустим. Прибежал, да, кабанчик? Так, он должен поменяться. Он должен поменяться, ребята. Так, меняет. И прописывает. Он тратит все. Наша задача теперь ушатать его каким-то, я не знаю, там. Ну, мне кажется, вряд ли у нас получится. Что за непруха? Или получится все-таки? Получится, да? Но нас ушатает. А, нет, нет. Все, ребят, тут победа. Этот ничего не сделает. Ну что, я, наверное, рискну. Все, пока. Фух. Выиграли. Блин, ну на арене, конечно, каких-то я динозавров посмотрел. Это трэш. Такие бизоны там, а. Страх просто какой-то. Ну что, что нам тут? Приз любителя. Ну, дали нам капельку еды. Ну-ка, давай еще разок попробуем что-нибудь хорошенькое выбить. Нет, 75 ДНК. Ну ладно, пускай будет так. Здесь мы забираем награду и теперь использовать 3 ускорения. Ну, ускорение я могу только где потратить? Например, зайти в события. В события. Эволюционная борьба. И просто перелистывать. Блин, я фиге, ребята. Индоминус Рекс. Ихтиостега. Да что ты не проматываешь-то? Ну, это кобздец какой-то. Ты посмотри. Не, ребят, что-то даже... Не то, что не проматывает, я даже ничего не могу вообще сделать. Давай сюда еще раз зайдем, попробуем, может быть, здесь попроще будет. Я в шоке. Почему вот это вот такой вот зависон? Я не могу понять, с чем это связано-то, а? Скажи-ка мне на милость. То, что они тут переливаются, картинки? Ну, чушь полная. Вот как мне теперь взять, извини меня, ежедневку? Вот как вот мне взять ежедневку, на которую я должен, блин, сделать ускорение? Вот объясни мне. Ну, здесь можно ускорение одно сделать. Ну, два. Максимум. Да ладно. Ты трындец. Конечно, да. Что, все? Ну неужели? Так, друзья мои, и забираем ежедневный наш пак. ДНК. 35 долларов. И опять же ДНК. Все. Все, друзья мои. Так, а что здесь-то у нас? Что? Вот что ты мне показываешь в данный момент? У меня же ничего новенького, свеженького не появилось. Но он что-то показывает, видимо. Я, кажется, понял. Вот это что у меня? Ксифактин у меня появилось, две рыбы. Ну, это с паков я вытащил. Ну и что? Вот и все, ребята. Элосматерий. Угу, по дешевке, да, типа можешь их приобрести. На них какая-то скидка идет. Но она меня на самом деле сейчас вообще не интересует. Ну что, друзья мои, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.